Мэрия Красноярска информирует о плановых отключениях горячей воды. Ремонтные работы начнутся сразу в трех котельных. Со 2 по 4 сентября не будет горячей воды в Железнодорожном и Октябрьском районах. Дома и улицы, которые будут отключены от горячего водоснабжения, вы видите на экранах. Также два дня с 4 по 6 сентября не будет горячей воды в домах на улице Калинина, Комбайностроителей, Камская, Индустриальная. А с 9 по 11 сентября у жителей части улиц Калинина, на Цемлянской и в северо-западном микрорайоне. Как отмечают в городской администрации, это будут последние отключения в нынешнем году.